правильно написано в игре. Так, ну что, пошли. Так. Ну что, готов? Пошли. Что мы имеем? Медальон. Что-то там надо сделать, честно. Так, вода течет. Так, не можешь открыть, да? Очень широко. А что надо сделать? Куда вот эти таблички надо использовать? Что я здесь должен был сделать, что я подзабыл? Угу. Пока ни хера не получается. Так, а вода-то сюда не поступает, ребята. Ага. Чего-то еще не хватает. Я же вроде бы открыл. А как генератор запустить? Не генератор, а что, бежал так? Ах ты, блин, сука. А ты смотри, два раза попал. Так. Да чтоб тебя! Сука! Так. Что я, значит, не сделал? Так, что-то я не сделал. Блин, опять в дверь вошел.
Так, давай на сам верх заберемся. Так, это я не могу использовать, да, здесь вот. Голос я открыл. Так, ладно. Понятно, сюда мы прыгали. Еще одна дверь такая же с дырой. Здесь у нас вода течет. Здесь Мудашвили. Опять такая же хрень. Ну, правильно все. Это нам не надо.
Так, кровавая постель здесь, как я ставил. А здесь что у нас? Здесь у вас кровавая, да? Чем это отличается от этого? Пускай сюда идут делать руки. Забирается с того и сидит, пишет, пока не лезет. Рот закрыл. Вот, пиши. Так, выйдет по отношению к лестнице так.
Посмотрим, что получилось. Так, вот эти твари. Так. Оба-на. Вода пошла. Так, надо пойти сохраниться. Только тут под хвост будет все. Так, пошли домой наконец-то, блин, запустил, как я устал. И сантехником, и механиком тут работает. Да, давай слетаем. Записать записную книжку, где мы были и как мы это запустили, иначе не дай бог что-то не так пойдет, по новой все это запускай. Так, ладно. Возвращаемся сюда обратно. Что-то будет грандиозное сейчас. Так, эту хрень мы запустили. Генератор заработал. Работает, ура! Что-то должно быть сейчас. А куда она теперь? Не могу открыть эту дверь. Она, наверное, опять на самый верх подниматься. Да что ж такое, бегать туда-сюда. Так, ну это мы запустили. Это уже радует. Нам на самый верх подняться. Так. Нет, не сюда. Эта дверь закрыта, блядь. Опять бежать придется. Так. Туда. Так, ну вот дверь. Ну, пойдем поднимемся, что там от меня требуют.
Та дверь, наверное, поэтому не открывалась. Да что ж такое? Ну ладно. Что-то надо сюда найти. Палки, придурок. Так, что у нас уже записка? Читаем все. Я в обед стоял в комнате, наблюдал и кричал так громко, как только мог. Но никто не вышел. Так, ладно, ни о чем. Надо найти ключ гребаный, да, от этой дверцы. Где-то он тут должен быть. Должно сейчас все открываться. Ты знаешь, куда прыгать. Так, что же я должен найти еще? Чего я не нашел? А что это должен? Так, здесь, как обычно, замок сломан. Так. Ключик, ключик, ключик. Замок сломан опять. Замок сломан. Замок сломан. Так, тут ничего нет. Так, поднимаемся наверх сейчас. Ах ты, блядь, такая. Где-то я видел, сразу попадал. Надо еще, наверное, оттуда отверстие прыгнуть. Так, не сюда. Нет, не оно.
Так два. Боже мой. Ну-ка попробуем прыгнуть сюда. Куда дальше оно ведет? Ведет он никуда. Куда она не ведет? Тогда я не понимаю, что надо делать. Интересное кино. А что ж мне делать тогда? Если оно никуда не ведет, куда мне идти? Так, ну-ка давай сходим туда, разберемся. Так, ничего такого, чтобы не помогло. Так, барышня сидит. Так, я в замешательстве, а что надо делать? Это что, бессмысленно идти? Так.
больше ничего не висит нигде. Чтобы включить свет в камерах третьего этажа, поверните колесо. Поверните это колесо. Помните, что вода должна течь в направлении колеса. Конечно, вам также нужно открыть ворота на крыше. Так, и как я его поверну? Я чуть не помню, какое колесо надо повернуть. Ладно, разберемся завтра. Сегодня эта серия ни о чем, просто блуждание. На сегодня, ребят, хватит. Заканчиваю эту серию.